В своих видео я разобрал большинство фейковых звуков Windows, но несмотря на это, один вопрос остается открытым. Почему они существуют? Для начала разберемся, откуда фейковые звуки взялись. Их появлению поспособствовало сообщество Windows Never Released. Для тех, кто не шарит, на канале есть разбор. И неофициальные сборки по типу Windows XP Зверь. Кстати, именно оттуда пошел самый популярный псевдозвук запуска Windows Longhorn. Хотя он вообще из темы в Samsung для той же XP. Но отсюда всплывает другой вопрос. Почему в них верили и откуда они обрели такую узнаваемость? Все очень просто. В конце нулевых пользователи YouTube делали ролики со всеми звуками запуска и завершением работы Windows, где большая часть звуков из-за незнания авторов была неверной или фейковой. Так продолжалось вплоть к 2019 году, пока некоторые англоязычные ютуберы, такие как Билли О'Рилли, Call of Win или Xivit, не начали делать разоблачения.